необхідності затвердження рішення комісії по розподілу житла дітям-сиротам. І це питання стосується однієї людини, це дитина Тутов Ілля Дмитрович із числа сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, якому в минулому році, відповідно до постанови Кабінету міністрів, була виділена компенсація на придбання житла 615 846 гривень за рішенням комісії. Сьогодні ми будемо доплачувати суму, яка не достає до вартості житла, яку дитина сама обрала. Нагадаю, що в минулому році вперше був змінений порядок забезпечення житлом і можливо було не купувати житло, а надавати компенсацію дітям. Діти протягом року мали змогу самі собі підбирати житло. Після цього проводилася перевірка, тобто складався акт відповідності житла умовам проживання, а також проводилась оцінка вартості житла. І по постанові Кабінету міністрів і по міській програмі, якщо сума, яка вартості житла вища, ніж сума компенсації, то доплата йде за рахунок міського бюджету. Тому сьогодні вартість житла, яку обрала дитина, 890 тисяч гривень, тому 274 тисячі йде доплата з міського бюджету. Ці кошти будуть перераховані на спеціальний рахунок дитини, який відкритий в Ощадбанку. Коли на рахунку буде повністю вся сума, в залежності від вартості, дитина вже самостійно буде проводити закупівлю цього житла під наглядом соціальних працівників, і ми будемо надавати дозвіл на перерахування цих коштів вже при проведенні купівлі. Сегодня у нас было принято решение, протокол номер 10, речь идет о выделении денег из государственного бюджета, субвенции местным бюджетом на приобретение, на выделение денежных средств на приобретение жилья детям-сиротам. Это субвенция, которая предусматривает выдачу денег, простым языком выдачу денег детям, которые могут самостоятельно ими распорядиться и выбрать жилье и купить его. Сумма, которую государство выделило Одесской области, практически равняется 67 миллионам гривен. Сколько получит город Одесса, будет известно после того, когда пройдет заседание региональной комиссии относительно этого постановления, относительно этой субвенции. И тогда будет известно, сколько получит город Одесса. Служба по делам детей проанализировала списки, составила, свела общий список детей, сирот, детей, лишенных родительской опеки, а также ОСИБ с числа детей сирит. Речь идет о категории от 16 до 23 лет включительно. Сводные таблицы подают квартирные группы, так называемые, с каждой райадминистрации. То есть, чтобы вы понимали, как действует механизм для общего развития. Значит, полностью учет ведут квартирные группы, они занимаются постановкой на учет и подают нам списки в службу по делам детей. Мы сводим эти списки и дальше формируем их на заседании комиссии относительно данной субвенции. После чего уже у нас есть полная информация относительно того, кто получит квартиры. Получают квартиры по определенному, не квартиры, получают денежную компенсацию дети от даты постановки на учет. Вот когда с момента постановки на учет человека, вот по такому принципу это происходит. На сегодняшний день на учете по сводной информации с 4 районов города категория детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки в возрасте от 16 до 23 лет. Мы все прекрасно понимаем, что от 18 до 23 лет это уже не дети, а особо с числа детей-сирит. На сегодняшний день находится 120 человек, проанализированный список, из которых 4 ребенка с инвалидностью. И такая категория людей получает квартиры вне очереди по, опять же, этому списку. Сводные списки мы уже буквально сегодня передадим в область для того, чтобы можно было
дальше продолжить эту работу. Механизм четко прописан в новом постановлении Кабинета министров. В этом году постановление Кабинета министров выглядит более четким, нежели в прошлом году. Речь идет о том, что прописаны наконец-то полномочия, кто чем занимается, то, чего не было в предыдущем году. Но некоторые нюансы, например, главным распорядителем денежных средств, кто будет в этом году, постановлением не было определено. В частности, в прошлом году четко было написано, что этим занимается Департамент труда и социальной политики и Управление капитального строительства. В этом году на рассмотрение местных комиссий была отдана эта функция. Но, как по аналогии прошлого года, речь идет о выделении субвенции денег, только денег. То есть никто не город не будет покупать жилье, город будет давать деньги ребенку-сироте. А ребенок будет выбирать то, что он хотел бы купить в рамках тех средств, которые выделены государством. Поэтому главным распорядителем средств будет, как и в прошлом году, Департамент труда и социальной политики. Служба по делам детей будет заниматься двумя направлениями. Это бюрократическим направлением, связанным с организацией работы комиссии и всем документооборотом, а также сбором документов, информированием и письменным, и устным по телефону детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки и особ из их числа. То есть мы будем сообщать, какой пакет документов необходим, информировать о правах получения этой субвенции, данную категорию лиц, и о том, как воспользоваться этим правом. Дальше будем передавать информацию в Центр социальных служб, который относится к Департаменту социальной политики, относительно того, нуждается ли ребенок из этой категории в социальном сопровождении. Все мы прекрасно понимаем, что далеко не все наши дети на сегодняшний день в состоянии пройти весь этот бюрократический путь, поэтому социальное сопровождение крайне важно для этой категории людей, поэтому Центр социальных служб будет сопровождать по необходимости, если такому ребенку нужна помощь в данном вопросе. Что касается каких-то там супер нюансов нет. Будем рассчитывать, что город Одесса получит достаточно средств для того, чтобы максимальное количество детей, максимальное количество, к сожалению, наверное, в этом году не получится, но как можно больше детей из списка, которые сегодня есть, о постановке на учет, все-таки дети получили вот эти вот средства. В следующем году тоже это будет такая, каждый год государство выделяет средства на приобретение по липшине так называемых житловых умов. Дело в том, что это постановление касается не только выделения средств на покупку жилья, но и развития семейных форм устройства. Вы знаете, что сегодня есть такой проект деинституализации, когда в Украине развиваются там малогрупповые дома, детские дома семейного типа. Государственная субвенция предусматривает также и выделение средств на строительство таких домов, в том числе в развитие семейных форм устройства. Но с учетом того, что у нас есть острая потребность закрывать вопрос, связанный с покупкой все-таки жилья, покупкой жилья, выделение средств на покупку жилья в городе Одессе, то было принято решение выделить средства исключительно на то, чтобы выплатить денежную компенсацию детям. То есть речь идет, и вот мы не распыляемся, мы целенаправленно, как и, кстати говоря, это и региональная политика в том числе, не только Одесского региона, но и других регионов страны, выделять субвенцию на покупку жилья, на выделение средств именно детям, чтобы они приобрели себе жилье. То есть это приоритет, имея такую квартирную очередь, все-таки мы проанализировали приоритетное направление.